Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», том 2, вопрос 677. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог любит всех людей, какие бы они ни были, или только приходящих к Нему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Премудрость Соломона, 7 глава, 28 стих. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Псалом 49, 16 по 23 стихи. «Грешнику же, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя, когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это сделал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Сектанты придумали для утешения себя, что Бог любит грешника, но ненавидит живущий в нем грех. Это их понимание неверно, потому что грех не живет вне человека. И творимый человеком грех олицетворяет его, и согласно этого греха Бог применяет имя человеку. Предатель, блудник, змей, жеребец. Бог любит грешника кающегося, оставляющего свой грех, а грешников ненавидит и истребляет их. Псалом 5-6 стих. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 10, 5 стих. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его».